Владимир Милаш уже более подготовленный, более зрелый. Степа немножечко, скажем так, хуже готов, послабее. Ну, я надеюсь, что оба покажут результаты. Александр Фирсов, мастер спорта Советского Союза по боксу, а сегодня тренер в физкультурно-спортивном комплексе «Луч». Готовит боксеров к соревнованиям самого разного уровня. Сейчас главная задача – достойно представить Шкотовский район на предстоящих играх «Дети Приморья». Работа с гантельками маленькими на скорость, на быстроту. Вот. Потом работа в парах. Здесь, опять же, зависит от того, какие цели ставятся на эту тренировку. Здесь можно провести работу чисто по отработке техники. Затем, как идет подготовка, внимательно следит и районная администрация. Глава территории Владимир Носов сам раньше занимался спортом, а теперь хочет, чтобы подрастающее поколение росло в достойных условиях. Либо надстроим, зал бокса сделаем, либо, может быть, сделаем пристройку. Потому что на самом деле ринг, как бы, ну, дети должны ринг чувствовать. Первые спортивные игры «Дети Приморья» пройдут с 1 по 6 июля во Владивостоке. В течение недели спортсмены будут состязаться в 11 видах спорта. Среди них гребля, парусный спорт, самбо, легкая атлетика и, конечно, бокс.